Ну вот, оказывается, есть теперь и такие памятные доски. 1999-2022. Учился Сергей Золотухин, награжден орденом мужества. Постою молча и подумаю. Помните мое замечание, что в Иркутске нет памятников сегодняшним нашим героям? Есть, оказывается. Ну, слава богу. Это, повторяю, вне зависимости. Вообще от политического контекста. Речь идет о героях, которые погибают, отстаивая интересы страны, какая бы она ни была. Сейчас я знаю, на меня накинутся огромное количество оппонентов, мягко выражаясь, из пятой колонны, между прочим. А я ни к какой колонне не принадлежу, ни к первой, ни ко второй, ни к пятой, ни к шестой. Просто я чту память тех, кто погибает за то, чтобы я сейчас здесь спокойно ходил. А уж какие этому причины, кто в этом виноват, это отдельный разговор. Я вот за этих ребят, которые гибнут сейчас на окраине нашей, по сути дела, погибающей империи. Мне ее жалко, не знаю, как вам. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что что-то должно произойти. Циничная фраза «война – гигиена мира» работает. И я очень хотел бы, чтобы вот эта вот трагедия, которая уносит от нас ребят 23-летних, чтобы эта трагедия стала поводом, чтобы что-то изменилось к лучшему, скажем так. Да? Ну а этому парню почет и слава.